Всем привет, уважаемые читатели! С вами снова я, Анна, и моя книжная подборка специально для вас. Сегодня я подобрала самые разные книги на любой вкус. И первая книга, о которой хотелось бы рассказать, это книга «Разум в огне. Месяц моего безумия». Когда я в первый раз увидела эту книгу, я подумала, что это какой-то хоррор, похожий на изгоняющего дьявола, о девушке, в которой вселилась какая-нибудь сущность. Но я ошибалась. Когда увидела значок True Story, что означает, что эта книга написана по реальной истории. Написала эту книгу Сюзанна Кэхалан. Она журналистка, работала в Нью-Йорк Пост. Работала, молочко пила, кушала. И тут Сюзанне стало вдруг казаться, что ее укусили клопы. Потом она увидела себя в новостях по телевизору. Потом она просто взяла и упала в эпилептическом припадке. Что стало с Сюзанной? Что с ней происходит? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в этой книге. Книга станет хорошим чтением для выходных. И для всех тех, кто любит сериал «Доктора Хауса», эта книга станет отличным подарком в продолжение. Если вы хотите хорошо разбираться в своем и чужом анамнезах, читайте эту книгу. И тут появилась Люси. Эту книгу написал Брюс Кэмерон. На книге интересная надпись. Брюс Кэмерон не просто пишет книги о братьях наших меньших, он дарит нам надежду на дружбу и любовь. Эта история действительно о любви и о дружбе. История о том, как молодой человек вовремя, в самую трудную минуту своей жизни, нашел замечательного друга в виде собаки Люси. Эта история подойдет всем тем, кто любит животных, хочет просто расслабиться, разгрузить свои мысли. Поэтому приобретайте эту книгу, читайте и радуйтесь жизни. И напоследок немножко бу-бу-бу. Книга Руты Шейл «Двоедушник». Мрачная атмосферная книга для всех любителей готики. Знаете, дорогие читатели, мне бы хотелось сравнить эту книгу с «Нашумевшими сумерками» Стефани Майерс. Но я не могу. На всех 410 страницах книги ни одного вампира. Зато есть один полноценный двоедушник со своей непростой судьбой и единственной встречей, которая навсегда изменила его жизнь. Книга действительно очень необычная, очень интересная и захватывает с первых страниц. Уважаемые читатели, обратите внимание, что на этой книге стоит маркировка 16+. Пожалуйста, не достигнув этого возраста, не пытайтесь купить эту книгу, а тем более ее прочитать. Эта маркировка стоит здесь не случайно. Есть запрещенные тексты. Читайте с удовольствием. Надеюсь, эти книги вам понравятся. Делитесь впечатлением в комментариях, ставьте лайки. Пока-пока!